1 декабря в КФУ состоялась пресс-конференция, посвященная юбилею 210-летия Казанского университета и форуму ректоров кубинских и российских университетов. Этот год был достаточно удачным для нас. Мы выиграли достаточно большое количество различных грантов. Мы неплохо провели приемную кампанию. Путь, пройденный университетом, действительно велик. Наш вуз уже 5 лет как федеральный. Он поднялся на 50 позиций в рейтинге лучших вузов мира. В стенах КФУ уже организовано 200 научных конференций, 1200 публикаций в иностранных журналах. Увеличилось количество иностранных студентов от 700 до 20 тысяч. До конца года планируется использование роботов в ОАО «КамАЗ», импортозамещение катализаторов и изменения на факультете журналистики. И это не предел. Не только имеем возможность продолжить те исследовательские проекты, которые вели в течение последних лет, но и начинаем открывать новые. Были указаны достижения Пестеля, вспомнили форумы и конференции «Археологическая», «Чугаевская», «Исламоведение», «Постгеном». Ректор также ответил на вопросы, связанные со стабильностью бюджета вуза, нефтегазовой деятельностью и работой с инженерным институтом, взаимодействием с кубинскими университетами и студентами, а также лучшим приемом студентов в КФУ. Отметили успехи в деятельности машиностроительного и инжинирингового центра в Набережных Челнах, ресурсного центра в Елабуге. Главный тезис КФУ, который обозначил Ильшат Равкатович, гласит, что нужно делать то, что кем-то востребовано, а не то, что мы умеем делать. Александра Волкова, Руслан Розаев, Универньюз.